Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвейта Гурадхара Шива Сати Гуру Бхакти Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвейта Гурадхара Шива Сати Гуру Бхакти Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвейта Гурадхара Шива Сати Гуру Бхакти Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвейта Гурадхара Шива Сати Гуру Бхакти Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что мы живем в очень интересное время, время трансформации, изменения, и сейчас немножко поговорим о хорошем, то есть что хорошего в том, что происходит. Ну, во-первых, то, что люди все больше и больше какие-то моменты переносят в онлайн, и скоро все образование, естественно, все духовные проекты также будут в онлайне. Речь идет о том, что онлайновые коммуникации, они как бы наиболее перспективны на сегодняшний день, потому что там либо ходить в какой-то университет, либо в том же университете учиться онлайн, это фактически, ну, как бы возможно. Конечно же, в онлайне тоже ожидаются глобальные изменения. Я надеюсь, что глобальные изменения не будут плохо ожидаемыми, я имею в виду плохо ожидаемыми, что мы ожидаем в России, что закроют там YouTube, Facebook, и будет чебурнет, и в этом чебурнете будет жесткая, такая же, как в Китае, жесткая цензура. В Китае там есть WeChat, который, так сказать, в котором люди общаются, но как только там местные чекисты видят какие-то духовные поползновения, начинают это банить. Если это произойдет, это очень плохо. Неизвестно вообще, что произойдет, на самом деле никто ничего не знает. Вот я, уезжая как бы из России, сказал: ребят, надо закупить продуктов, я предчувствую, что это плохое. Ну вот, но я не предчувствовал настолько, так сказать, сложную ситуацию. Теперь немножко о плохом. Значит, появилась новость исконовская, что в Лондоне в храме Бхактивинанта Мендера умерло 5 преданных от коронавируса. То есть они как-то, я так понимаю, кто-то один умер от коронавируса, и они пошли как бы почитать этого преданного, и сами заразились, и тоже умерли. Ну что там вообще переболел весь храм. Вот, поэтому, друзья, имейте в виду, что коронавирус, там неважно, искусственный или не искусственный, но это реальный вирус, который имеет определенную летальность. И он, безусловно, поражает легкие. Ну, во-первых, я уже напоминал вам, чтобы поднять иммунитет, и легкие нужно заниматься пранаямой. Я только вот сейчас раздышался. Глубокое дыхание с задержками. Это очень-очень, ну, как бы хорошо работает на поднятие иммунитета. Безусловно, прогулки сейчас во многих местах запрещены, поэтому остается только сидеть, дышать. То есть йогические упражнения для поднятия иммунитета тоже очень хорошая штука. Безусловно, пост очень-очень благоприятный, да, там. Постарайтесь какое-то время поститься на Экадыше, а может быть какие-то другие еще дни. Почему пост очень хорошо? Потому что пост, он регенерирует наш организм.
Но главное, чтобы там пост, пранаяма, все это должно привести нас к желанию как бы духовной практики, духовного развития. И откуда это желание происходит? Оно происходит из духовного общения. Вот сегодня там преданные прислали, что ИСККОН объявил там в Зуме Санкиртану, что дома будут сидеть и постоянно воспевать святые имена. Хорошая идея, да, Санкиртана. Но мы помним о том, что Санкиртана – это всегда качество, а не количество. Поэтому качество – это служение тем, кто занят Санкиртаной, это нашим духовным учителям, их идеям. Поэтому, в отличие от Искона, который, ну, просто будет, давайте просто петь, воспевать святое имя, мы говорим, давайте обретем качественное воспевание святого имени, давайте в процессе нашего духовного осознания постараемся избавиться от оскорблений. А как это произойдет? Мы должны обрести правильное умонастроение. Сознание Кришны – это умонастроение. Умонастроение – очень тонкая вещь. Например, вы кому-то говорите «здравствуйте», а на самом деле вы говорите «до свидания», и человек это чувствует. Да, поэтому не что мы говорим, а не как мы говорим, а в каком умонастроении мы действуем. И умонастроение, безусловно, оно, как и вдохновение, приходит от личности. Да, все в этом мире личностно, даже с точки зрения вет, коронавирус – это тоже личность, это какой-то демонек там, да, нашествие демонов. Вот. Тут еще мне одна преданная позвонила, она такая очень любит шизотерику, но она такая: «Махарадж, типа, вы там на море, а скоро пролетит какой-то астероид очень близко к Земле». Но вообще, насколько я понимаю, вот эти астероиды, кометы, которые летали, они как бы на самом деле предчувственники чего-то негативного, да? То есть они особо ничего позитивного не давали. А если эта еще штука прилетит близко к Земле, то, ну, как бы непонятно, какие негативные последствия всего этого можно продолжать. Ну, то есть мы же понимаем, что мир – это не грубое, а тонкое начало, да, что между мирами существуют некие мосты, и некие сущности из разных миров, они тоже проникают в мир материи. Когда там говорят про всяких там демонов, рептилоидов, да, они все существуют, безусловно. Но помните о том, что в старые добрые времена они существовали, в общем-то, собственно, параллельно с Землей, с людьми. То есть раса ракшасов, которые, безусловно, были гораздо более, так сказать, совершенные, нежели люди. Да? То есть ракшасы могли принимать разные формы, могли, так сказать, там, менять свое ДНК. И они существовали параллельно с людьми. И иногда даже питались людьми. Да? То есть как бы ракшасы-людоеды. Вот. Но в Кали-югу как бы Господь их четко разделил. Но это не значит вовсе, что ракшасы и всякие низшие живые существа не претендуют на какие-то свои власть на Земле. Да? Они, безусловно, как бы могут проникать в разные сферы бытия. И, то есть, ну, как бы это не, для меня это не какая-то там сказка конспирологов. Я просто думаю, что это просто более серьезно, чем конспирологам кажется. Ну вот. Но в мире также существуют божественные энергии, в мире также существует Господь, его чистые преданные, и Господь им приходит всегда, защищает своих чистых преданных, поэтому мы должны всегда принимать прибежище в Господе и помнить о том, что Господь, он является победителем всех темных сил, и мало того, как Чайтанья Махапрабху, он принес в этот мир божественную любовь, то самое глубокое чувство, доселе которое было неизвестно этому миру, да, потому что если вы будете изучать мировые религии, вы увидите, что там очень абстрактные взаимоотношения с Богом, а идея расы, идея полноты взаимоотношений с Богом есть только в вайшнавизме. И эта раса, она в гауди вайшнавизме, в нашем вайшнавизме, который мы исповедуем, она наиболее глубокая, да, потому что идея нашей традиции – это мадхури раса, или чувство божественной любви, да, непосредственное взаимоотношение с Господом в качестве возлюбленного. Это очень-очень возвышенная идея, и мы говорим о том, что даже обитатели духовного мира не всегда могут попасть на танец расы Господу. То есть это не какая-то такая поверхностная религиозная идея, это очень глубокая идея. Но сейчас главное достучаться до людей. То есть идея у нас очень глубокая, но людям она непонятна, потому что люди пока находятся даже на таком как бы примитивном уровне, там, у них даже нет такой, там, что такое душа, живое существо, там, тело. Люди находятся в невежестве. Ну вот. И проповедь – это как бы борьба с невежеством, да, борьба с невежеством. А сказано, что невежество – самый большой враг человека. Если человек обладает каким-то знанием, там,
а там узнает лекарство или противоядие, он легко может вылечиться от любой болезни. Но если он в невежестве пребывает, то бесполезно. И поэтому мы должны всячески бороться с невежеством, то есть со своим личным невежеством, да. А вы знаете, что невежество, лень, там, ну, как бы в Бхагавад-гите все это прекрасно описано, да, состояние людей, в которых они пребывают. И мы знаем, что Господь, он ниргуна, да, поэтому как нам выйти в более высшее состояние, ну, соприкасаться с высшим, соприкасаться с преданными, соприкасаться с служениями, и наше, так сказать, положение в гунах, вот оно тоже поменяется, да, то есть мы... Поэтому не надо себя особо там жалеть и уговаривать, что у нас и так все хорошо. Вот, надо пытаться просто служить, действовать на такой как бы духовной платформе. И в процессе нашей духовной жизни, духовной практики, ну, мы увидим изменение сознания внутри себя. Но это кропотливый такой труд день за днем. Это как, знаешь, вот гребешь на веслах, вот мы гребли по океану, гребешь, и вроде отгреб на километр уже. Но пока гребешь, кажется, что ты почти двигаешься на месте, что-то грести. Но только весло бросило, тебя сразу сдувает назад ветром. Поэтому, друзья, надо гребсти методично, как викинги. Раз, два, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть идти и гребсти вместе. Вот мы с Дашкой вместе с Закадышей гребли. И когда мы вместе идем в таком ритме, кстати, мы когда гребли, повторяли махамантру. Во-первых, были огромные волны океанские, было страшно немножко. А с другой стороны, нужен какой-то счет. Харе Кришна, Харе Кришна. Вот, собственно, наша задача. Да, не просто сидеть там с четками, там что-то там выборматывать, а так, чтобы обрести вкус к святому имени, да, чтобы у нас появилось некое внутреннее переживание, ощущение, что это что-то такое подлинное, настоящее. А это как откровение, друзья. Это невозможно в себе вызвать никакими физическими методами. Это не вызывается. Это только можно вызвать с искренним служением, молитвой, вопрошением и желанием. Должно быть желание. Об этом говорится в Писаниях. Да? У нас должно появиться духовное желание. Откуда духовное желание появляется? Оно появляется из соприкосновения с Божественным. Да? И через «не хочу», через, может быть, через превосхождение своей низшей природы, потому что низшая природа, она всегда как бы будет нас склонять к каким-то низменным вещам. Да? Сказано, что человек, он такое существо, что он... прошу прощения, вылетел мне. Итак. Человек такое существо, что он подвержен и низшему, и высшему. Да? То есть как демоны могут в него вселиться, да, так и ангелы. Поэтому либо он подвержен какой-то божественной доктрине, либо он подвержен какой-то материалистической низшей доктрине. Ну вот, и на эту тему индейцы очень хорошо говорят. Они же говорят, что в твоем сердце живет две собаки, белая и черная, которые всеми воюют между собой. Победит та, которую будешь больше кормить. То есть нужно кормить вот эту преданную собаку в своем сердце, да, то есть кормить святым именем, служением, и тогда это будет настоящим. А если мы будем кормить свое вожделение, свои дурные привычки, кормить свои страхи, кормить свое невежество, то мы в результате станем частью этого. Да? Поэтому как бы вот в этой связи мы должны помнить о том, что да, мы можем, так сказать, попасть на какую-то более низкую идею и стать ее рабами. Эта идея может быть материалистичная. Поэтому мы должны стать рабами высшей идеи, божественной идеи, идеи красоты, гармонии. И для этого нам нужно поддерживать друг друга и следовать садхане. Да? Что такое садхана? Садхана – это ту часть времени, которую мы именно посвящаем своей духовной практике. То есть это должно быть желательно, начиная с раннего пробуждения с нашего. Да? То есть мы уже должны пробудиться. Вот я встаю сразу же, раз, включаю свой телефон киртана, пока я чищу зубы, там, моюсь, я уже слушаю киртана, я уже слушаю лекцию, да, то есть потом какое-то время медитация, молитва, то есть мы должны подготавливать себя постоянно, а если мы еще там холодной водичкой помылись, подышали минут 15, так, сделали пранаяму, сделали несколько там приседаний каких-то, несколько асан, йоги, и потом подготовили себя, и раз, ушли в молитву, да, во внутреннюю свою Монголию, а потом после этого уже раз, и предложили пищу Господу, и съели какой-то такой завтрак, да, скромный, но очень уже божественный. То есть, друзья, вот как то, что я слышал от доктора, да, очень крутого доктора-аюрведиста, которого я слушаю,
Он объясняет, что иммунитет находится в двух вещах. Это кишечник и ум. И он говорит, что должна быть чистота кишечника и чистота ума. Если одно или другое забито, а как правило у всех людей оба забиты, кишечник и ум, у них как бы ну, вообще не может быть никакого иммунитета. Потому что, помните, там, как Авиценна говорит про болезнь, он говорит, что эпидемия, когда люди боятся вируса, они его к себе привлекают. Да, как собаку начинаешь бояться, она тебя цепляется. Вот, поэтому страх из-за чего рождается? Страхи рождаются из-за отсутствия веры и отсутствия понимания, что Господь всегда защитит. А если не защитит, то все равно все к лучшему. Вот. И вот вера, она позволяет нам именно находиться на том уровне бытия, на котором мы перестаем испытывать страх. Да? Страх, а что будет, а как, а что произойдет? Да, что бы ни произошло, все к лучшему. Надо просто увидеть это лучшее. Даже где-то моя крылатая фраза, когда ты будешь готов к хорошему, хорошее за тобой придет. Да, то есть хорошее само за тобой придет. Ты просто готовься к этому. Постоянно готовься к этому. Да? Поэтому Кришна, он что говорит в Бхагавадгите? Ман мана бхава мат бхакто. Постоянно помни обо мне. Да? Мам яджня мам намаскуру. То есть совершай мне яги и совершай мне поклонение. Мама ваша сиют вам атманам от параянаха. И Кришна говорит так в Бхагавадгите несколько раз. То есть это не один раз Кришна говорит. Он постоянно говорит, начни с того, что ты можешь памятовать обо мне, да, как памятовать, в форме имени. Поэтому вот, друзья, такая вот схема. Сейчас вам кажется, что у вас дофига свободного времени. На самом деле свободного времени очень мало. Время это очень ценное, оно капает, понимаете, да, там как вот дембели раньше в армии. Они отрезали кусочек веревочки каждый день по сантиметру, да, там у них оставлялся. И вот эту веревочку они резали каждый день меньше, меньше, меньше. Это значит, вот все, я уже выхожу из армии, там все, я уже, так сказать. Ну, а у нас с вами веревочка жизни висит, наша серебряная нить, которая соединяет душу и тело. Эта веревочка с каждым днем, с каждым вздохом, с каждой секундой нам становится жить все меньше и меньше. Почитайте, ребята, вайшнавские песни. Вайшнавские песни очень хорошо заходят. Прямо берете наш песенник и начинаете читать. В особенности песни Бхактивинода Такура. Да вообще все вайшнавские песни, которые в нашем песеннике, они просто золото, просто сокровище духовного знания. И вот так в вайшнавских песнях вы увидите чувства вайшнава, да? Вайшнав не кричит, я такой хороший, у меня все в шоколаде. Нет, он говорит, потому что я падшая душа, я покинут Богом. Но это искреннее переживание, поэтому это искреннее переживание, оно дает связь с Богом. Вот, поэтому, друзья, покаяние, смирение, терпение. И мы переживем с вами все эпидемии, пандемии, весь этот бред, который сейчас происходит. Это только одно лишь доказательство, что мы встали с вами на правильный путь. И скоро Санкиртана захватит мир. Ну, там кто-то думает, о, вирус захватит мир, мировое правительство захватит мир. Санкиртана захватит мир. Вот то, что произойдет. Потому что умные люди, они поймут, что в мире материи нету никакой подушки безопасности, да, и что, как говорил Шрила Прабхупада, в материальном мире, материальный мир это не место для джентльмена, да, то есть нормального человека, то есть нормальный человек должен стремиться в духовный мир. Ну вот такие, друзья, на сегодня посылы, постараюсь быть коротким, чтобы не, как бы не увеличивать время кастов, чтобы касты были такие динамичные, активные, вот, давайте вместе. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Градхара Шива Сади Гаура Бхактивинода. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, дорогие мои, давайте перед сном повторяйте Махамантру, с утра просыпайтесь с мыслями о Господе и увидимся завтра, еще один день в нашей жизни должен пройти осознанно, осознанное бытие, да? Мы не знаем, сколько осталось, видите, и от коронавируса никто не защищен, и преданные какие-то крякнули, и материалисты крякнут. У каждого есть свое время, каждый крякнет по-своему, но, как сказал Шукадева Госвами, не важно, сколько тебе осталось, царь, важно, насколько ты эффективно используешь свое время. Даже если это последние дни нашей жизни, мы должны использовать его эффективно. А если нам еще осталось жить вечность, как говорится, так давайте, ребята, стремиться к божественному. Ну, всего хорошего, мои поклоны, дорогие, и до следующей связи. Очень вы меня вдохновляете. И вперед с песнями Хари Кришна. Пускай мы поем пока каждый по себе. Скоро вот преданные устроят такой киртан в зуме. Такая софтина есть хорошая.
сделать такой киртан, где все смогут петь и видеть друг друга. Харе Кришна.